Знаете, вот вопрос есть такой, да, что общего между женской грудью и игрушечной железной дорогой? И то, и другое для детей, а балуются папы. Железной дороги пока нету полноценной, потому что ребенок младший маленький. Вот. Но есть машинки Hot Wheels. Машинки Hot Wheels — это чудесно. Причем приехали они с Таиланда позже. Какого нафиг Таиланд? Индия. Приехали они с Индии, но здесь также они продаются. В общем, их у меня много. По чуть-чуть ребенку они там периодически даются. Вот, он этому радуется. Но, помимо прочего, появляется такая проблема, что они везде. Они абсолютно везде. И они чем-то напоминают мины. Причем, вот, если ты на нее наступишь, у нее еще и вот колесики начинают гнуться. Да, тебе ноге больно. Еще и машинку можно сломать. Вот. Ребенок может расстроиться, да, там, либо то, что машинка плохо едет, либо, ну, в общем, со всех сторон неудобно. Здесь написать вообще мина какая острая. Там наступил и все, и прям беда, печаль. По этой причине, я заказал вот такую вот посылку. Я ее сейчас ближе в кадр засуну. Беру машинку, засуну ее ближе в кадр. Открою, и мы посмотрим, что внутри. Поехали. Ай-ай-ай, машинки попадали, я их сейчас чуть попозже подыму, пока я за ними не побегу. Ну, вы уже понимаете, да, что здесь прячется А. игрушка, а Б. то, куда ребенок будет складывать свои маленькие игрушки. Да, то есть, во-первых, это приучит, ну, начнет приучать ребенка к порядку, а во-вторых, уберет мины, которыми заминирована, может быть, вся поверхность пола. Я впервые вижу такие крепления. Вот, они, видите, бумажку поворачиваешь, и машинка перестает здесь держаться. Такая вот розничная упаковка, тут практически не помялась. Сильно, очень сильно похожа на оригинальную продукцию. Значит, не так, чтобы прям вот сильно-сильно поворачивался этот грузовик. Но небольшой люфт можно делать. Помимо того, что можно делать небольшой люфт, можно вот так вот чуть сдвинуть. И тогда он будет прям вообще полноценно заворачивать как угодно. Сдвинуть сюда, и он будет ездить только по прямой. Можно вообще сделать, видимо, так, что еще раз сдвинуть, и грузовик уедет, а прицеп останется. Значит, что мы получаем? Вот я помню, вот так вот еще можно поднять. Раз. Сюда поставить. Да? А можно поставить сверху. Там есть у вас большая какая-то машинка. И вот таким вот образом мы поднимаем. А, причем, обратите внимание, вот это место, его можно соединять с трассой. То есть, если у вас есть гоночные треки Hot Wheels, вы видите эти крепежи, как спереди, так и сзади, можно соединить с трассой. Нижние этажи, нет, нижние этажи соединить нельзя. Значит, например, там наверх можно поставить там вертолеты, сюда вот мы ставим там машинки, и вот так вот все это дело. Вот, высокая машинка не дает сложиться хорошо, да, высокий мы ставим сверху. Вот. В общем количестве, в этот огромнейший грузовик, который сам по себе вполне хорошая игрушка достойного качества, вмещается 50 маленьких машинок. Вмещается 50 маленьких машинок, и заодно приучаем ребенка к порядку. Если соединить все это дело с трассой, ну, будет вообще великолепная игрушка. А был подобный, видел я подобный грузовик, который еще и стреляет. То есть мы загружаем там куда-то вниз машинку, что-то оттягиваем, нажимаем, он стреляет машинками. Ну, что-то какая-то у него была безумная высокая цена, но я все равно ссылку на него положу. Основная ссылка будет на этот грузовик у определенного продавца. Почему? Потому что я у него брал, у него доставка AliExpress Premium. Да, что такое AliExpress Premium? Это когда тебе курьером приходит очень быстро. Ну, единственное, там у вас могут потом запросить по почте или по смс-ке
паспортные данные, чтобы все это дело растаможено. Вещь, по-моему, ну, крайне полезная, крайне нужная, да, для хранения машинок. И, наверное, давайте пойдем посмотрим, как на нее отреагирует Владимир Михайлович. Да. Вован, то, что хотел. Ба! Да! Показывай, показывай. А смотри, как она делает, Вов. Смотри, как она делает. Оба! Юх! И вот смотри, сюда можно после этого их прятать. Гляди, вот так вот, видишь? Оп, туда. Хоп, туда. Вот так вот. Вот так вот. Да, туда можно. А потом вот так вот наоборот опять. Оп, и закрыть. Вроде доволен. Ну и самое главное.